Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на перелеты в Грузию для российских авиакомпаний. Теперь у граждан России будет возможность посетить Грузию прямым рейсом. Прямые перелеты между Грузией и Россией были остановлены почти 4 года назад. 8 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает такие рейсы авиакомпаниям обеих стран. Грузия всегда оставалась популярным местом для релаксации россиян. В прошлом году в страну въехало почти 1,5 миллиона граждан России. Конечно же, для экономики Грузии приток людей сыграл положительную роль. Отмечается, что туризм в Грузии – одна из самых развивающихся направлений. Для туристов эта страна является привлекательной по ряду причин. Грузия – страна, богатая своей историей, культурой и архитектурой. Грузия всегда останется для нас страной с древней историей, с восхитительной и роскошной природой. Именно в Грузии вы сможете увидеть в одну поездку высокие горы, покрытые снегом, бархатные зеленые холмы, субтропические пышные леса, кристально чистые озера. Напомним, что до подписания указа туристы добирались до Грузии с пересадками, например, через Турцию, Армению и Белоруссию. Аделина Абдрахманова, Универньюз. We'll be right back.